Всем привет, с вами канал ArtMania, и сегодня мы с вами будем настраивать наш канал. Здесь есть главное, видео, плейлисты и о канале, как в принципе и в YouTube. Настройка вида канала, управление видео. Видео пока у меня нету, мы будем с вами настраивать канал. Ну тут, конечно, все совершенно по-другому, не как в YouTube. В YouTube как-то попроще было. Хотя, может, не настолько. Так. Я выставляю ту же самую фотографию, которая у меня и на YouTube. Это вот так вот. Обновить. О, кругленькая. Так, и здесь я тоже буду выставлять так же, как у меня и на моем канале. Ой, господи. Надеюсь, что она встанет. Вот. Как и тот канал, в принципе. Так, тут у нас название. А, название канала. Я не помню, что там такое. Описываем название, описание, текст канала. Текст канала я взяла с YouTube, а здесь дата создания канала это на YouTube. Здесь я напишу сегодняшнюю дату, это 07, еще пока у нас сентябрь, прям окт, сен, по-моему, так пишет, сен, сентябрь. Двадцать один, чтобы потом запомнить и потом праздновать в случае чего. Так, ссылка на сервис донатов, здесь даже можно потом сделаем управление рекламой, но это, конечно, все гораздо попозже. Статус официального канала, а тут галочка. А можно подать заявку. И жмем сохранить. Настройка успешно сохранена. Так, заходим в мой канал. Вот. И вот он наш канал. Главное, соответственно, ничего нет. Видео здесь нет. Плейлисты тоже нет. Так, а тут управление. Давайте посмотрим еще, что здесь есть. Здесь будут видео, плейлисты, загрузка видео, запуск трансляции даже будет, ну, вернее, есть. А, укажите номер телефона для получения кода. Тут прям ух, как все. Посмотреть позже, история просмотров. Ну, как всегда, тут разные интересные, разные каналы. И вот так вот. А также есть колокольчик, уведомления.
И вот загрузить видео, создать трансляцию. Прям все точно так же, как и на YouTube. Только уже наша Рутуб, в случае, если, допустим, YouTube удалят, то у вас останется еще Рутуб. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. И в следующем ролике мы с вами уже будем загружать видео и посмотрим, что да как там. И всем пока-пока.